Jeg har også lært meg at brugge Coca-Cola Superliga, så undertiden stod han under gang. Når man parter godt til stodan, kan ikke matte matten jo man ikke just nu vores nærmest. Unde når vores jamen også vores mulighed, så vi står bare en chokket af det. Så vi står også, af alle ordet til kører, brugmøjne har det ikke længere godt hos os. Assalamu alaikum. Что можно сказать об игре, которая фактически главной, можно считать, в этом чемпионате? Она проиграна, к сожалению. В первую очередь хочется извиниться перед нашими болельщиками за поражение. Причины, конечно, нужно еще разбирать, но очевидно, что был проварен первый тайм. Отдельные игроки не справились с волнением, не справились с накалом борьбы, уступили где-то в борьбе, но как факт, два пропущенных гола. Второй тайм сделали коррективы. Можно смело сказать, не было какого-то вразумительного футбола, были эмоции, но тем не менее. Забили гол, были еще моменты, могли спасти. Конечно, недостойны были поражения. Откровенно говоря, ничейная игра. Уже второй раз. Не везет. И в Ташкенте, и здесь. Объективно две ничейные игры, но, к сожалению, мы выпускаем соперника. Усложнили борьбу за чемпионство. Но еще есть 10 игр. Команда будет готовиться, будет проанализирована. Естественно, будут какие-то коррективы. Но, конечно, эмоции не те, которые должны были быть после этого матча. К сожалению, это часть футбола. Нам нужно справиться с этими эмоциями. И в любом случае, Новобахор был, есть и будет. Тот ажиотаж, который был вокруг этой игры, атмосфера на стадионе, это в первую очередь благодаря парням, которые сегодня защищают честь Новобахора. Да, сегодня не получилось. Сегодня не получилось. Причины еще надо разбирать. Но, тем не менее, они много делают, они стараются. Вот. Иногда, как и в матче в Бекабаде, где практически на последних минутах мы выпустили победу. К сожалению, такие небольшие провалы случаются. Но, повторяю, здесь собраны хорошие футболисты, которые духом не упадут и все равно будут бороться до конца. Саулову. Ну, до Лиги Чемпионов у нас еще есть кубковая игра в Нукусе, поэтому на Лигу Чемпионов будем готовиться и настраиваться уже после кубковой игры. Сейчас важная игра в Нукусе. Мы видим, что есть много сенсационных результатов, поэтому в Нукус будем бороться и выставляет основной состав, оптимальный состав. Проходных игр у нас просто нет уже. Это действительно проблема. Сегодня мы практически всех обыграли, но команды из верхней четверки мы сыграли неудачно. Или ничья, или поражение. Это, наверное, вопрос психологии. Опять-таки, нужно анализировать, и я думаю, что коррективы уже будут введены в следующей игре. Такой профессиональный вопрос, честно говоря, ну, здесь есть непосредственно из футбола, из подготовки. Мы много слышим, когда они рассказывают там, мы много стратегий, много тактических схем, но за последние 3 года или 4 года там поменялось уже 5-6 тренеров, да? Здесь не в их системе, не в их тактических схемах. Проблема одна. Там один человек, который вытаскивает команду. Это капитан команды под номером 10. Вот и вся тактика.
один человек, который решает. Да. И, к сожалению, мы об этом говорим, и мы об этом знаем, но, к сожалению, и сегодня тоже он забил гол и был ключевой фигурой. Он настоящий лидер. Это причина. Никакие не тактические схемы. Мы видели Бишчарана в Самарканде. 3 в первом тайме. Поэтому здесь больше лидерские качества этого парня. И действительно на протяжении уже вот нескольких лет он делает результат. Надо отдать должное, надо признать, к сожалению. Все легионеры, которые у нас, они нормального уровня. И если в группу атаки у нас только один человек, это Табатадзе. Все остальные футболисты из группы атаки – это игроки национальной сборной. Я не вижу смысла приглашать сюда легионеров. К сожалению, сегодня не сыграли. Травму получил Урунов, заменили. И остальные тоже, скажем так, сыграли ниже своих возможностей. Поэтому в группу атаки нам нет необходимости приглашать. Табатадзе – это сегодня просто находка для нашей команды. Он и в тех двух играх ключевой, и сегодня тоже забил гол, и очень важный футболист для нас. Самойлыке, футболчилы байдонды хато кылыштан коркуп харакет кылган деп таасурат уйгатты, да? Футболисты майдонды хато кылыштан коркуп, немножко боялись, чтобы ошибаться футболисты. Коркуп ойнады, чекен оқытты. Боялись. Босым борды футболчилы. Босым, но бұғорды, дойымын босым бор, бұгян и болады, в любом случае. Это атмосфера, давление и огромное желание удовлетворить, сделать счастливыми этих болельщиков. Вот это, скорее всего, и влияет на наших футболистов, которые в ключевые моменты с важными, важных играх вот так вот проваливаются в эпизодах. Босом, босом альбатта болады, но бухорда босом бор, это факт. И охор сол мархат. Главная проблема была, правильно вы говорите, в первом тайме это безобразная игра на левом фланге обороны. Это факт. Но сегодня у нас нету сильных футболистов. Мы провалились слева, где Алиджанов, важный игрок также, включая вот капитана команды. Мы провалили слева в обороне, и это факт. Да, он талантливый парень, будет играть, может, или тоже давление, может, на него повлияло. Но, к сожалению, мы в первом тайме видели, что из раза в раз с фланга шли острые атаки и шли. И Даврон Хашимов сегодня был травмирован, он не смог принять участие. Это тоже для нас было проблемой, на самом деле. Охарсаудан, рахмат. Рахмат. Рахмат.